С большим удовольствием принял участие в работе конференции «Простоев нет». Было множество интересных докладов. Опыт просто уникальный был рассказан сегодня. Жалко, что на первый день не удалось мне попасть, но в целом считаю очень полезное мероприятие. У нас действительно сейчас много новых решений идет по диагностике. Я сегодня тематика не позволяла, но от типовых, можно сказать, решений, да, вот сегодня много нетипового рассказывали, нестандартных, да, всяких придумок. И у нас такое тоже есть, наши действительно все-таки более узкой области, чем техническое обслуживание и ремонты. Но наши заказчики, они все больше пытаются оптимизировать свои вот именно процессы эксплуатации оборудования и ставят иногда такие задачи, что просто за голову начинаешь хвататься, что же они хотят. У братьев Стругацких есть повесть, называется «Попытка к бегству». Там люди из далекого будущего попали на планету, и на такую, с чужеземной, попали не в концлагерь. Отловили охранника и спрашивают, а за что вот эти там сидят в обрывках хорошей одежды и прочее? Говорит, они странного хотели. Вот наши заказчики тоже часто странного хотят. Я сегодня рассказал про диагностику ковша. Да, разливочный ковш — это такая здоровенная штука, тонна 100, наверное, да, этой стали, если не больше, честно говоря, параметров не знаю, которые чуть-чуть вот так вот прокидываются, они хотят знать, когда у них развалится этот несчастный подшипник. Никто не умеет, мы тоже пока не умеем, но мы стараемся, думаю, мы научимся. Удачи тогда. Да, спасибо, Оксаночка. Спасибо.